Мне удалось распознать еще один предмет из тех, что нужны для проведения ритуала, открывающего портал в рай Камарана. Второй предмет в некотором плане — антипод первого. Это кровь божества. Жуткая головоломка, согласись. В отличие от лордов Дейдра, боги не одарили нас артефактами, и они не оставили никаких физических проявлений в нашем мире. Как же тогда получить кровь бога? Но Джоффри разгадал эту загадку. Нужна кровь Тайбера Септима, который стал одним из божеств. Это тайна, о которой знают только клинки. Она передается от одного грандмастера к следующему. Джоффри сам расскажет тебе об этом. Обязательно поговори с Джоффри о доспехах Тайбера Септима. А я продолжу изучение Мистериума Заркса. Так Мартин поручил тебе доставить ему доспехи Тайбера Септима. Хотел бы я, чтобы был какой-нибудь другой путь. Эти доспехи хранятся в святилище Тайбера Септима, в катакомбах под руинами Санкр-Тора. Когда-то это было святым местом, но в Санкр-Торе давно поселилось зло. Уже много веков никому не удавалось вернуться живым из святилища Тайбера Септима. Я не знаю. Катакомбы Санкр-Тора были запечатаны первым грандмастером клинков. Четверо самых сильных клинков времен Тайбера Септима — Алан, Вальдемар, Риэлус и Каснар — отправились в Санкр-Тор, но так и не вернулись. Вот возьми этот ключ от внешней двери Санкр-Тора. Боюсь, я отправляю тебя на смерть, но у нас нет другого выбора. Ступай. Это древняя реликвия первого императора, который стал божественным Талосом, покровителем нашего ордена. После битвы при Санкр-Торе Тайбер Септим отдал свои доспехи клинкам в знак признания нашей роли в его победе. Клинки возвели святилище в катакомбах Санкр-Тора, на том самом месте, где Тайбер Септим получил благословение Акатоша. С тех пор эти доспехи хранятся там. До того, как в Санкр-Тор пришло зло, это святилище было местом паломничества всех клинков. Но уже много веков никому не удавалось посетить его и остаться в живых, чтобы рассказать об этом. Да прибудет с тобой Талос. Yeah.
Наконец-то. Я свободен благодаря тебе. Теперь я, наконец, смогу выполнить последнюю просьбу моего лорда. Я был Риелусом, верным клинком Тайбера Септима. Не знаю, сколько прошло времени, как я умер. Мне кажется, целая вечность. Три моих товарища и я были посланы сюда императором Тайбером Септимом с целью выяснить, что за зло сквернило священные катакомбы Сан-Картора. Мы не знали, что подземный король Зурин Арктус восстал, чтобы отомстить своему бывшему повелителю. Подземный король победил нас и опутал своими злыми чарами. Теперь мы обречены вечно сторожить оскверненное святилище Тайбера Септима. Нет, он давным-давно ушел, но его злые чары остались, не позволяя никому почтить святилище Тайбера Септима. За бесчисленные годы рабства мы обдумали все обстоятельства нашего поражения. Я верю, мы сможем развеять чудовищное волшебство подземного короля. Я хочу отдать долг моему повелителю, Тайберу Септиму. Освободи моих братьев. Вместе мы сможем снять проклятие подземного короля. Прощай!
я! Не встречались ли тебе Алан и Вальдемар? Риел спал в нижнем зале. Мы были разделены. Туман ослепил нас. Нет. Это был сон. Теперь я проснулся. Я должен сдержать свою клятву императору, и тогда я смогу наконец упокоиться. Yeah!
Благодаря тебе я свободен. Освободи моих братьев, если они все еще в плену. Вместе мы очистим это святилище от нечестивой магии подземного короля. Именем Тайбера Септима, именем Клинков, отойди в сторону. Мешая мне, накличешь беду на свою голову.
Мы выполнили наш последний долг. Теперь мы отправляемся в Этериус, не испытывая стыда. Прощай. Мы выполнили наш пос... Рад видеть тебя. Мне наконец удалось подобраться к секретам второй части ритуала открытия врат. Боюсь, расшифровка мистериума Заркса идет слишком медленно. А как твои дела? Как поиски доспехов Табера Септима? Возможно, в моих жилах и течет кровь Септимов, но в твоих кровь героя. Доспехи самого Тайбера Септима. Джоффри будет потрясен, когда увидит их. Ты можешь уверить Джоффри, что я не испорчу эти доспехи. Все, что мне нужно, соскрести частичку божественной крови Талоса. Похоже, клинки относятся к реликвиям Тайбера Септима не менее ревностно, чем священники. В твое отсутствие мне удалось достичь продвижения в разгадке ритуала Мистериума. Третий предмет, нужный нам, — это великий Велкинский камень. Вероятно, тебе уже встречались меньшие Велкинские камни. Их довольно много в руинах Айлейдов. Но великий Велкинский камень отыскать не так просто. За ними была устроена настоящая охота, ибо они очень высоко ценятся магами и волшебниками. Так за годы они исчезли один за другим. Я знаю только об одном месте, в котором, по слухам, еще сохранился такой камень. Это руины айлейдского города Мискарканд. Многие сгинули там, пытаясь отыскать этот великий камень. У нас нет выбора, поэтому тебе придется добиться успеха там, где другие сложили голову. Это столица одного из древних айлейдских королевств, которые процветали в Сирадиле до воцарения людей. Говорят, в этих руинах все еще бродит мстительный призрак последнего короля Мискарканда.
Правда или нет, беспечности там не место. Будь осторожнее. Вершина айлейдской магии. Когда-то каждый город айлейдов имел свой великий камень, но за прошедшие века все руины были разграблены. Камни исчезли. Все, кроме одного. Предположительно, великий камень Мискарканда все еще сияет в глубокой тьме его разрушенных залов. Но пока еще никому не удавалось увидеть его блеск. Говорят, его охраняет призрак последнего короля Мискарканда. Мискарканд — одни из самых протяженных айлейдских руин в Сирадиле. Этот город некогда был столицей одного из древних айлейдских королевств. Ты можешь найти полезную книгу «Слава и забвение среди айлейдских руин». Библиотечный экземпляр лежит на моем столе, если он тебе понадобится. Осторожнее, друг мой. Я знаю, ты не чураешься опасностей, но Мискарканд не следует недооценивать. Что тебе нужно, друг? Все, что захочешь, друг. Прощай. Что это? Некий айленский артефакт? Так-так. Раминус был прав, что послал тебя туда. Хорошая работа. Конечно же, я замолвлю словечко за тебя. Еще увидимся. Добрый день. Тебе удалось сделать значительный вклад в решение этой проблемы. Я рад, что наконец появился человек, способный добиться продвижения в исследованиях. Дела в гильдии идут более... Удачного тебе дня! От тебя пахнет смертью. Часто вызываешь нежить? Прошу простить меня, коллега магистр. Мы сейчас можем поговорить? Да, хорошо. Но, пожалуйста, помни, краткость, сестра таланта, меня... Доброе утро. Наслышан про Ватакан. Отличная работа. Джарл счастлив, что исследование так продвинулось.
Но есть еще одна проблема, которую, уверен, ты также сможешь помочь решить. Если, конечно, ты не против. Превосходно! На тебя можно положиться. И уверяю тебя, совет ценит это. Теперь перейдем к делу. Чтобы разобраться с явно растущей проблемой некромантов в Сиродиле, совету нужно получить как можно больше информации. Консультации с мистическими архивами не принесли успеха. Коллеги работают и по другим направлениям, но уверен, нам нужно еще поработать с архивами. Переговори с Торминой из мистических архивов. Она наш специалист по тайной магии и помогала собирать информацию. Я полагаю, мы задавали ей неправильные, чересчур общие вопросы, пытаясь заставить ее проанализировать всю известную нам информацию. Поговори с ней конкретно об этих черных камнях душ. Выясни, что она знает об их особенностях или происхождении. Понимание их природы может привести нас к тем, кто отвечает за их создание. С каждым днем ты становишься все более ценным членом гильдии. Гильдия желает подчеркнуть это. Ты получаешь повышение до звания колдуна. Прими эту робу и носи ее с гордостью. Ее опыт в тайных знаниях и верованиях может оказаться бесценным для нас, если мы сможем правильно использовать его. Скорее всего, она сейчас в архиве работает с материалами по некромантии. Она прерывается только на сон. Это просьба архимага. Возвращайся, как только сможешь. Я знаю, что ты занят.